Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Войны не будет. Войны не будет. Территории Беларуси россияне к нам не придут. Никогда. Какой агрессии речи быть не может. Обманули. Просто кинули. Стрелять не будут. Мирному населению ничего не угрожает. Там некому будет против нас воевать. Есть, блядь! Война продлится, Валерий, ну максимум 3-4 дня.